Всем привет из Слава Украине. Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Базадзе. И сегодня итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами Владимиром Копчаком. Приветствую, Володь. Рад тебя очень видеть. Героям слава. Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, Батона Гела. За старую добрую традицию. Хто має, або якимось дивом досі не має Бога в серці, менше з тим підписуємося на цей чарівний канал. Підтримуємо якомога. Правила знаєте, я думаю. Адже ми цього варті. Дякую. Ну что, по итогам недели. Ты знаешь, что по Грузии, ну, уже так подробно поговорили. Кстати, вчера пришли представители общественности, которые поддерживают нашу власть, на наш лайв с Валерой Чичилашвили. Ты в лайв выходить у нас не хочешь? Вот, я боюсь алгоритмов, а так у тебя есть шансы поправить. Вот, а то есть... нет, потом тоже есть шансы поправить. Потом взял, вырезал, ничего страшного, не успеет. В лайве? В лайве? Да, потом, после начала лайва, ты что вырезаешь? Так, только ради белых ходоков приду как-нибудь. Белые ходоки, кстати, по белым ходокам. Знаешь, я вот сейчас думал, что вот я же сейчас под заголовки начал писать, Рома Цымбалёк научил. Под заголовки на камерах видео. И, значит, смотри, ситуация следующая. Я думал, какой бы подзаголовок написать? Я написал, зима будет долгой. Зима будет долгой. Звук пропал. Вот сейчас нормально. Да, он пропал по техническим причинам. Вот сейчас появилось. Итак, начнем. По Грузии мы очень подробно поговорили. Но начнем с... Кстати, очень интересно, вы поговорили с Масудом Гаджиевым. Рекомендую посмотреть видео. Вчера вышло, да? В пятницу вышло. И признаюсь, ну... перед пересекающимися аудиториями наших прекрасных каналов мне будет выступать сейчас тяжелее. Я постараюсь облегчить тебе немного задачу. Классно на самом деле. Разговор получился в конце Сахартузгова Марджуса тебе и Мусуну. Отдельное спасибо. Слушай, ну вот смотри, вот мы говорим о том, что власть выстрелила себе в ногу, в пятку, еще куда-то, значит, в ухо, и вот эти люди придут на выборы. А как сделать так, чтобы люди не пришли на выборы? Ну не нужно власти, чтобы люди не приходили на выборы, они очень злые, они придут. Ну смотри, ну давай с дефиницией. Ни в какую ногу власть себе не стреляла, я так считаю, потому что и, ну, какая неделя, такие эфиры, я просто представляю или уверен, какие темы ты будешь поднимать по Грузии, Азербайджану и Армении. Но серьезно, здесь разговаривать сложно, но мы попытаемся. Вот я, например, если хочу с Гелой идти на пиво, вот что я делаю? Звоню Геле. Гела говорит, у меня эфиры. Вот. Я делаю так, чтобы Гела быстрее записал эфиры. И мы оба потом идем на пиво. Вот. Где здесь прострел ноги? Так и здесь сейчас никакого прострела ноги у власти нет, я это повторяю. Вот. Разворот был запущен в 2012 году, берите карандаши, записывайте, на уровне идеи гораздо раньше. Вот. Сейчас он просто оформляется, это первый момент. Поэтому никакого прострела ноги нет. Согласен, власть, если не ошибаюсь, с апреля месяца, с повторной попытки. На самом деле год назад сама идея закона про иноагентов российского попытаться принять год назад было запущено, но тогда они отыграли под давлением назад и так далее, это надо помнить. Вот. Сейчас власть второй попыткой все сделала своими руками. Она сделала для оппозиции, для грузинского общества, для будущего Грузии, не побоюсь этого слова, то, что не сделал бы ни один политтехнолог, работающий на любую оппозицию в Грузии. Никто бы не смог в этой грузинской оппозиции без грузинских властей создать намеки на сплоченность. Вот. Никто бы. Вот. Вот и все. И та масса, тут оценки сейчас должны появляться различные социологические исследования, данные и так далее. Но всегда маячила цифра от 40 до 60% грузин, живущих по принципу чувана, оба ваших дома. Вот.
люди, которые отменили, будем ходить по кругу, надо проговаривать, которые отменили год назад этот закон своими руками, в большинстве своем могли физически просто не прийти на эти выборы, а сейчас или придут, или точно собираются приходить. Вот и все. Первый момент. Что пошагово. Протест живет в формате уже не про закон, а про, на этой неделе, если не ошибаюсь, Соломы Зарабишвили озвучила формат, в котором политическая жизнь Грузии будет жить достаточно долго, дольше, чем конец октября и выборов. Но к дате выборов это однозначно. Формат этот называется референдум. Вот. И тут абсолютно неважно, получится ли. Я думаю, что не получится власть. Я не знаю инструментария, но она выкрутится. Не получится, даже несмотря на то, что под конкретный референдум будут собраны подписи, власть не даст его провести формально, именно как референдум, как плебисцит. Но, тем не менее, выборы будут проходить в формате, тоже описанном Соломой Зурабишвили. Либо мы идем в СССР 1.5-2.0, либо мы сохраняем и, соответственно, приумножаем европейский, евроатлантический, какой угодно вот путь Грузии. Второе, даже неважно, будет стоять вопрос, мы идем в СССР или не идем. Все. И такую парадигму своими руками создала власть. Что должна сделать власть, чтобы люди на выборы не пришли? Вот. Ну, опять же, одна из линий, пускай Соломы Зурабишвили и не говорит прямо о том, что она не склоняет и не призывает всех идти одним списком, но само понятие референдум, пускай на парламентских выборах, такой подход подразумевает. Если партии будет оппозиционных больше, чем две, ну, в идеале одна, понятно, то уже это никакой не референдум. Власти стоит задача та же самая, которую она максимально себе усложнила. Опять создать разброд и шатание внутри оппозиции, либо, если случится невиданное, и оппозиция как-то объединится вокруг хартии Соломы, а по факту вокруг будущего Грузии, вот просто попробовать эту партию, я сейчас не подсказываю, они уже это рассматривают, эту единую партию как-то не зарегистрировать. Чтобы остались они какие-то... Ничего регистрировать. Берется регистрированная партия и туда просто вносится список. Ну, правильно. Дальше, ну, мы же понимаем, что какой-то предвыборный период Грузии придется пожить при действии этого самого закона об иноагентах. И дальше начнутся самые тоже интересные моменты. Там, в самом конце, где-то в сентябре он может вступить только в силу. Ну, этого может хватить. Грузия страна компактная и так далее. Один поэтому, месяц. Вот. Поэтому вот у власти не получится сделать так, чтобы люди не пришли, а, на участки, б, потом на улицу. Потому что ей максимально может получиться усложнить только задачу, которая звучит следующим образом. Вот, вот парадигма, она звучит вот так. Где лицо протеста, вот, в лице которого придется защищать украденный выбор у этого лица в октябре. То, что он будет украден, если будет выборы идти в формате референдума, у меня абсолютно нет никаких сомнений. Не потому что эта власть, у власти это прямым текстом заявляет. Какие нюансы еще политтехнологические? Власть своими руками разрушила свою рабочую, подчеркиваю, годами, больше десятилетиями, предвыборную парадигму, рабочую, подчеркиваю. И тут нет упрека грузинам и так далее. Что если не мы, то вместо нас кровавые нации, режим из прошлого. Этой парадигмы есть. Она ее пытается реанимировать, но это работает плохо, потому что очень интересно подчеркнул вот один пазлик Жураб Джавахадзе в твоем эфире, по-моему, или в одном из своих постов, неважно. Протестующие уже троллят робокопов, говорят, что вы, коцы, хуже нации. Понимаете? До этого. На грузинском протесте нету объединительной идеи вокруг единого национального движения. У моих слов нет никакой агитации. Я не говорю, хорошо это или плохо, но это так. Вот. То есть нет похода на клинику Вивамеди, нету плаката Фримиша и так далее. При этом все прекрасно понимают, не знают когда, не знают, в каком формате эта власть сменится. Но как только она сменится, Михаил Саакашвили из тюрьмы будет освобожден автоматически. Вот. Тоже понятно. Причем не имея шансов быть национальным лидером Грузии или верховодить новой властью когда-то, а тем более быть локомотивом этого протеста. Но тем не менее власти не опускают руки. Вот на этой неделе случилось реперное событие. Был разгромлен офис Единого национального движения. Зачем это было сделано?
Кстати, логика понятна. Не безуспешно властям получилось, как в шахматах говорят, в простенькой, в начальной школе шахмат, загнать оппозицию в вилку, вот, повесить на вилку. Вот. Сейчас есть два решения. Либо оппозиция, включая протест всех неформальных лидеров, должна это осудить и сплотиться. Я упрощаю, вокруг единого национального движения власть скажет, посмотрите, мы же говорили, они все националы. Либо то, что мы сейчас наблюдаем, ну давайте будем честными, не протест, не остальные оппозиционная тусовка, кроме формальных заявлений, что так делать нельзя. Никак это дело их не тырцнуло, никоим образом. Абсолютно как раньше был избит Леван Хабиешвили, Давид Кацарава и так далее, и лидеры моральные, которые могли бы стать лидерами протеста, ими не стали. Вот, вот так вот выглядят действия власти. Хабы чтобы... не мог стать лидером протеста никак. Хабы не мог стать лидером протеста, и про Давида я тоже сомневаюсь, он мог стать лидером. Я еще раз говорю о том, я не призываю, чтобы они стали, и не знаю, насколько они заслуживают. Это решает. Нет, я не заслуживаю, я к ним обоим очень хорошо отношусь, я просто знаю. Вот-вот. Просто вот расклад. Но вот я ж почему говорю, что власть в своей логике действует эффективно и последовательно. Нет прострелов ноги пока. Никаких. Вот и все. Она абсолютно, она вот, понимаешь, что за последовательность? Она говорит, мы будем делать вот так, и мы вот так делаем. Ну, какие еще могут быть эти? Когда, я не помню, один из депутатов, тут же, понимаешь, я уже в мемах запутался, тут армянская тусовка святых отцов по мемам никак не может перебить мемы на нынешнюю грузинскую власть. Вот. Он вышел и прямо сказал, что это да, мы это сделали. Вот. Там обрисовали двери уважаемых людей, NGO, лидеров, до кого добрались, и это мы вот это все делаем. Заочно дав понять, что и мы стоим за нападением на офис Единого национального движения. Ну все, все понятно, работаем, могут. Делают, потому что могут. Вот все. И градус этот будет только повышаться, чтобы для, как это называется, для пункта следования, куда формально или по конституции Грузия идет, НАТО, ЕС, что угодно, чтобы эта самая идущая Грузия выглядела чумным бараком. Вот и все. Это все хорошо. То есть это все нехорошо, но и хорошо. Ты понимаешь, в чем дело? Есть очень простой способ сделать так, чтобы люди, часть людей, большая часть людей не пришли на выборы. Просто повысить градус насилия в обществе. Не, ну если это... люди будут знать, что когда они придут на выборы, там их могут ждать большие неприятности, будут не прийти. И вот, кстати, нападение на офис на движение я рассматриваю именно в этом контексте. Они повышают градус насилия в обществе. Ела, они повышают, мы с программы в программу это говорим, они повышают градус насилия дозированно, что бы кто ни говорил. Они повышают дозированно. А то, что ты сказал, ты же понимаешь, они сами на войне, а это война внутри Грузии сейчас, как бы ты ее ни назвал и так далее, не говоря уже о том, что территории оккупированы Российской Федерацией давно, формально. Грузия – воюющая страна. И война вышла в пиковую, гибридную, прости господи за это слово, фазу. Так вот, власть может попасть в стандартный капкан для многих властей на войне. Это когда половинчатые решения хуже неправильно. Это к тому, что такое насилие может иметь обратный эффект. А может и не иметь. Вот и все. Но если у власти из козырей для неприхода людей на участке останется только насилие, ну… Черные лебеди на то и черные лебеди, чтобы они не прогнозировались. Вот пока у них предвыборная логика выглядит последовательно и так, как они считают, уверенно победной, при том, что большинство населения Грузии выступает против этой власти. Она никогда не станет легитимной уже. Легальной примеров в истории много, ради бога. Вот. Значит, ну хорошо, что они не знают. Мы знаем этот расклад, они не знают этот расклад, что после того, как они это сделали, или революция, или... Но они не хотят, не хотят уходить из власти. Они а что они любят? Революцию или жесткий режим? Жесткий режим, конечно. Девочка, что ты хочешь? Поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? На дачу, наверное, да?
Не-не, ну... Чем жестче режим, тем больше предпосылки к революции может оказаться в такой стране, как Грузия. Понимаешь, тут же есть игроки в аналогии, вот, понимаешь, тут же все не так. Вот, все аналогии, все не так. Вот сейчас вот с прогрессивного лагеря, говорят, Грузия стоит, и западным партнерам пытаются объяснить, уважаемые люди, что Грузия превратится в Беларусь. Произойдет белорусизация Грузии. Да не произойдет никакой белорусизации Грузии. Потому что белорусов до 2020 года этот колхоз «Красный Ленин» устраивал имени Сиси Крупской. Понимаешь, они его строили вместе со своим прогрессивным лидером. Вот. Рассказывая украинцам, что отчасти правда, что многие украинцы поддерживают этот путь. Вот, вот и все. Должна была случиться Третья мировая война и полная повинность жопы с усами в том, что произошло в Буче, коллективной Буче на севере Украины, Киевщине и так далее, чтобы белорусы начали прозревать. Да, у них была попытка в 2020 году, но там тоже все не так было, на уровне идеи. Вот. Когда сейчас уважаемые, без иронии, издания, коллеги, я просто перед ними преклоняюсь, перед них работаю, но даже они, такие как «Сова», например, тянет новости о том, что Тихановская, не к ночи будет упомянутая, выходит и говорит о том, что Беларусь, так же, как и Грузия, заслуживает чего-то там. Кто тебя достал? Это политическая технология по сливу уже грузинского протеста. Почему? Потому что белорусы в виде своих лидеров, за что они стояли? Снять жопу с усами? А мы, Владимир Владимирович, дорогой, лучше, чем он. Мы не против вас. Она прямо его звала приехать и разрулить, потому что народ, видите ли, 70% за нее проголосовал. Во что я охотно верю? На контрасте с Лукашенко. Так вот сейчас изначально грузинский протест не пойти в СССР. А белорусы строили этот СССР в союзном государстве с Россией и так далее. Вот. И там органичнее со своим подавлением и жестким режимом выглядел именно Лукашенко. Вот. Чего не будет в парадигме грузинских любых властей. Никогда они органично выглядеть не будут. Вот и все. Не говоря уже о том, что Беларусь в лице высшего военного политического руководства такой же оккупант, как Российская Федерация, касаемо Украины и так далее. Чего не скажешь по Грузии, у которой статья 70.13 о ЕС, НАТО и так далее. Вот и все. Поэтому, да, грузинский жесткий режим может стать, только повышать шансы на революцию когда-то. Я не говорю про конец октября, я ни к чему не призываю. Единственное, на что я надеюсь в данном случае, для того, чтобы был по-настоящему жесткий режим, нужно иметь достаточное количество палачей. А я надеюсь, что достаточного количества палачей у них не будет. Я надеюсь, что они это понимают. Потому что чем жестче, вот все, что делали плохое националы, вот все, что плохое делали, это так им обернулось, и так хвостом их ударило, что вот знаешь, как крокодил, знаешь, так бам, прямо накрыло. Ну, необходимо, чтобы нынешние власти тоже поняли, что чем больше, тем более... То есть все в этой жизни возвращается. Это и на личном уровне, это и на уровне семей, на уровне родственников и так далее, это и на уровне стран и народов и так далее. Все в этой жизни возвращается. Вернется и это, и чем, просто чтобы все понимали, что чем хуже будет, тем потом хуже будет тем, кто это делает. Обязательно будет, ребят. Это не потому, что я так хочу или не хочу, просто ну, такой закон, ну, видимо, сверху установленный. По-другому не бывает. Элла, стоит задача оформить разворот чужими руками. Она последовательно выполняется. Все. И остаться при власти, самое интересное, как ни парадоксально, это уже побочный мотив. Вот как ни странно. Нет, да. Они сами такую парадигму создали. Потому что, например, точно так же, вот, лишь бы остаться у власти, с кем угодно там, и так далее, это в любой стране так происходит, только окно возможностей оставляния себя любимого при власти у всех разное. Вот и все. Здесь уже они сами создали мотивацию, что они не могут уже отойти от этого разворота. Пожила. Вот и все. Вот и все. Вот это я пытался донести. Разворот в данном случае – это сейчас единственный способ остаться у власти. Безусловно. Безусловно. Но идем дальше. Хорошо. Мы всегда смотрим с точки зрения там
грузинских властей, грузинской оппозиции, грузинского общества и так далее. Давай посмотрим с точки зрения Москвы. Чего они хотят? Ну, они хотят губернии, что всегда 200 с чем-то лет и хотели. Да проговорено много раз. Нет. И так далее. И логистика, экономика, имидж СССР 2.0, все понятно. Так они все создали, Гела, в шашечки или ехать. Понимаешь, эти разговоры уже надоели. Какая разница, что хочет Россия? Просто в том, что все, что хотела Россия, эти власти ей дают. Все, что она дозированно просила, дают. Вот. Понимаешь, эти разговоры надо было поднимать, когда запустили толпу релоканта. Эти разговоры надо было понимать, когда вернула Москва визы. Эти разговоры надо понимать, когда во время не только протестов сейчас, когда 9 мая ходят с плакатами Сталина, когда с этими сумками в консульстве России, вернее, в секции при швейцарском, не имея дипотношений, вот, за деньги проводят постоянно конференции. Что получила Грузия? Возрождение Грузии благодаря вхождению в Российскую империю. А не принимать и кипишевать только по законам про иноагент. 24 мая погугли и поверти на языке. Эти мероприятия скопом проходят в Грузии. Под Горчаковым, там, под Институтом Евразии и прошлых фриков. А все время рассказывали фрики и так далее. Все, что Россия хотела, она получала. Россия сказала сбить у турков на Махване ГЭС? Сбили власти. Ни родственники твои, ни однофамильцы, рва или сколько там, джвари вот эти, блин, стадо этого христианского... Это стадо крестящегося ИГИЛа, блин, с этими, со всем этим. Кто сбил это? Понимаешь? Экологи. Так, и разыграли волнение людей, которые действительно переживали за урожай соликаури на определенном берегу реки Рионе, потому что вино твиши не получится. Я тоже переживал за это, потому что люблю это вино. Но это же разводняк был тупой, понимаешь? В угоду чем? Все, что они хотели, получали. И баланс на рынке энергоресурсов, ЛЭПы, все остальное и так далее. Вот и все. Сейчас они решили получить вот это все полностью. И Анаклия – это российская история, забегая наперед. Чисто российская история. Вот просто до запятой. Просто в нынешних политических реалиях хотелки меняются. И посредничество. Вот. Потому что они по Моторсичи, когда китайцам чуть не продали Моторсич, уже в 2019 году не могли на блатной козе даже к Богуслаеву, к своему прямому агенту, который находился на прямом оперативном руководстве. Руководитель Моторсичи сейчас сидит, после начала Третьей мировой войны, сидит за государственную измену в Лукьяновском СИЗО. Абсолютно те же кейсы. Абсолютно. Все пошагово они получали. Все, что хотели. Вот по списку посмотри, вот все решения, которые есть. Вот это все, что хочет Москва. Какая разница, что она хочет на данном этапе? Большая. Народ не хочет в СССР. Вот и все. Народ не хочет в СССР, это уже все поняли давным-давно. Вот то, что хочет Москва, это большая разница. Потому что три проекта, которые не допускала Москва ни при каких обстоятельствах в Грузии. Это Худони ГЭС. Правильно. На Махване ГЭС. Правильно. Это порт Анаклия. Это три проекта, которые были... В чем дело? Москва хочет влияния. Москва хочет губернию. Блин, влияние, губернию, это все так, разговоры в пользу нищих. Конкретные вещи она хочет. Конкретные очень. Через правильно. Это влияние, губернию... И сейчас вот, знаешь, проплаченные позитивные блогеры, уж не знаю, за сколько густую похлебку сейчас. Я понял, про кого ты говоришь, он всегда говорил про это. Я не говорю про конкретно эти, но те же люди, которые, когда сбивали, мы же помним только, забыли уже, что сбивали и при Мише, и при Мечте раз пять сбивали китайские инициативы. Но при этом мы забываем, что сбивали прежде всего американские инициативы. И те же люди, которые сейчас два раза, и те же люди, которые сейчас хвалят, как нужна эта Анаклия в принципе, и бог с ним, пусть будут китайцы, те тогда говорили, что и поти можно выкопать глубже, и Лазика это был фейк, и все остальное и так далее, и зачем это Потемкинское деревья и так далее, и так далее. Понимаешь? Но все же все понимают и так далее. Настал момент, что в развернутой Грузии к Москве порт Анаклию надо строить. Ну, кто еще может послать подсанкционную машину Запада, США и так далее?
только известная китайская компания. Вот. Не в развернутой Грузии, в Москве, а проблема Москвы в другом же. Почему я говорю, что важно проговаривать, что нужно Москве? Проблема Москвы в том, что зима для них будет долгой, будет для нас тоже. Война будет долгой. Война будет долгой. И в этой войне им нужно укреплять экосистему свою, потому что она вот-вот и разрушается. Безусловно. Анаклия для них – это единственный путь сохранить китайский транзит. Так точно. Единственный вариант сохранить китайский транзит. То, о чем, в принципе, ну, уже полтора года, не полтора года, но полгода. Это понятно, и тут самое интересное. Это что же маркер того, что война будет долгой? Потому что лейтмотив там, вот сейчас рассказывают, сейчас куча мирных инициатив, я уже запутался, там Швейцария, Берлин и так далее, все собираются и так далее. Вот, что склоняют кому-то к переговорам, одно, второе, третье, а по факту на Земле имеем, пускай странно выглядящие в паблике, и не имеющего прямых параллелей с реальностью разрешения на применение по России определенного спектра вооружений. Вот. В три клика, если пожелать, в определенных регионах Соединенных Штатов Америки строятся три предприятия с выходом на 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц, хотя сейчас максимальные возможности 30 тысяч и так далее. На 25-й год, до конца 25-го года и так далее. Понятно, за что они шевелятся? Но тут опять же, Гела, ничего нового. Ничего нового, я не устаю повторять. Почему это... Почему такое позиционирование, вся эта аура раздражает? Их подвела Украина. Нынешний официальный Тбилиси подвела Украина. В феврале, в марте, в первую половину 22 года. Потому что они были уверены, и они сейчас сидят вот так вот, и ждут, чтобы, не дай бог, Россия проиграла. Понимаешь, вот так вот сидят. Не дай бог. Понимаешь? Вот и вся разница. При том, что я не знаю, сколько процентов зашкаливает выше конституционного большинства грузинского населения, поддерживает Украину и так далее и тому подобное. Вот. Какая разница? Мы сейчас говорим не о грузинском обществе, мы вообще говорим о... Я почему говорю, что давай поговорим о целях Москвы, а не о том, что в Грузии... Что в Грузии происходит, уже все поняли. Кто даже не понял, он тоже уже понял и делает вид, что не понял. Ну, не признается, да. И делает вид, что не понял. Так вот, это, как, если я сейчас скажу, что главная цель Москвы на Южном Кавказе – это сохранить китайский транзит, сделают вот такие круглые глаза. Но это как в том анекдоте. Про аленький цветочек. Девочка говорит, доченька, что ты хочешь, чтобы я тебе привез из-за моря? Чудище хочу, страшное, ужасное, замуж за него выйду. Что ты, девочка? Ой, тогда аленький цветочек принеси, привези. Да, да, цветочек. По факту, цветочек. Появится страшное, ужасное, и замуж за него выходим. Так вот, так что... Я думаю, что это чудище точно не превратится в принца, кстати. С целью в Грузии, понятно, Анаклия. Ну, еще политический контроль над региональными проектами. Это приятно. По факту они сейчас ничего делать не будут, но все равно это приятно для Москвы. Нет, ну ясно. Понятно. Мне интересно, действительно ли, потому что, я же говорю, уже гуляли эти видео, стройки и так далее. В Ачамчире будут строить отпочкование военно-морской базы? Будут обязательно. А знаешь, для чего? Понятно, для чего. Как ты думаешь? Ну, чтобы возить в Анаклию и контролировать. Чтобы защищать Анаклию. Вот и все. Чтобы Анаклию нужно защитить. Нет, так они будут рассказывать Анаклию. Нет, это дело. Анаклию защитить невозможно, потому что если из-за Чемчири что-то пукнет в сторону Украины, бобры там все решают в Чемчире за несколько залпов. Это все. Не в Анаклии же будут решать бобры. Как она защитит Анаклию? От кого? Нет. Я тебе скажу как. Расскажут, что будет защищать. В Грузии меняется власть, и оттуда сразу же следует нападение на Анаклию. Что? Невозможно. Заодно захватывает Ангурий-Гэс полностью.
Не, ну это не про защиту, это про давление на порт Анаклию, и вдруг он выйдет из-под контроля ублюдочного консорциума, в котором они состоят. Здесь-то понятно все. Здесь угрожать Анаклию и так далее. Когда они что защищали. Да, да. Хорошо, с этим и понятно. Потому же, кстати, но уже индийскому транзиту. Следующий момент. Цель главная в Азербайджане. Еще раз. Главная цель в Азербайджане, в Москве. Да то же самое, что и в Грузии. То же самое. Не допустить индийский или контролировать индийский, если он станет индийским. Вот и все. Напротив, допустить и даже очень допустить. Вот и все. Для Москвы сейчас главное, чтобы была построена Решта-Стара, ну и в качестве бонуса Зангезурский коридор, чтобы... Кстати, вот смотри, как интересно получается. Да. Значит, Решта-Стара, Зангезурский транспортная коммуникация, чтобы не обижались сильно. Значит, ну и так далее. Хотя это коридор, по факту. Зачем обижаться? Зангезурский, молибденовый комбинат может быть зангезурским, а дорога нет. Не знаю, почему обижаются. Так вот, Решта-Стара, вот Зангезур, Анаклия – это те проекты, которые очень нужны Южному Кавказу. Очень нужны региону. Это те проекты, которые делают регион, в принципе. Чтоб куда не ездила. Но Москва их хочет исключительно под своим контролем. Решта-Стара они в Иране сами хотят строить, хотя им не дают этого. Если там Астарой тут, ну зато Дербент расширяют. С Зангезуром там понятно, что пока непонятно, но может быть понятно, ну и что они могут достичь? Слушай, это ну еще раз. Я не понял, что значит... Может. А что Москва может добиться в Азербайджане? Ты говоришь то же самое. Что Москва может по нынешнему раскладу добиться в Азербайджане? Ну, Азербайджан, не, вот все перечисленные инициативы тобой сейчас, на данный момент, Азербайджан не противится им и всячески их поддерживает и продвигает. Вот все, что может быть добиться. Будут, если Москва и Россия в обозримом будущем сохранится при нынешней конструкции путинской власти, все инфраструктурные проекты под тем или иным контролем Москвы, там даже Анкара перечить не будет, не говоря уже о Баку. Мы это сейчас четко наблюдаем, все сигналы и так далее. И с Ираном найдут консенсус и так далее. И 3 плюс 3 будет очень похож на 3 плюс 1, потому что один это вот этот конгломерат региональных центров силы. Все тут как бы ничего нового я здесь не наблюдаю. Какие проблемы? Вот. В чем проблема? Ну, Азербайджан поборется, чтобы север-юг был не через Армению, а через него. Что это меня? И так далее. По Зангезуру его позиция получится... Помимо иранский же маршрут, сейчас там выберут нового вождя формального. Вот. Нет, президента. По факту, да. Вот. Будет дорога через Иран, чтобы Иран не бухтел, Азербайджан за, турки за, Эрдогану в вертолете, в самолете верен. И так далее. Получится что-то через Армению, Азербайджан прямо говорит, ну будут россияне его контролируют, пусть ездит. Провиснет Россия, дорога будет под армянским контролем или под каким-то. Ну пусть ездит. Две дороги с каждой берегу речки и так далее. Если этого не соблюдать только армянский перекрест, ну чтобы Азербайджан на это влиял, ну надо... титанические работы провести на территории Ирана и на той же территории Армении. Азербайджан это будет блокировать всячески и так далее. А если перекресток мира будет запущен в формате, когда три страны находятся в Закавказье, почему Баку будет против? Прямо говорит, нас это устраивает. Да никто в чем, не будет. В чем проблема? А из этой же логики перенос переговорной площадки в Алматы. Вот.
Поэтому тут Борис Новосардян прав по Армении, что она от европейского курса по факту отошла в проект, не вернулась там, находясь в московской орбите, а опять играет на регионализацию, отстаивая свои интересы. И никаких там Армения всегда будет отстаивать свои интересы и будет играть на регионализацию. Это нормально. Просто когда не будет другого выхода, они начинают искать выходы в Европе. Ну, понятно. И проблемы в Ереване конкретные начнутся только тогда, когда вот уже какие мы примеры уже дожили, что грузинскую формат или грузинские реалии нанизываем на реалии Армении. Если Москва также жестко попросит развернуться, недоразвернуться или перестать имитировать Ереван, ну там могут начаться проблемы. Потому что мы же забываем, что только мы же привыкли, что только Москва давит, но свои условия определенные может из Запада прилетать и, скажем так, сказать, с кем вы. То, с чем столкнулся не только Тбилиси, но Тбилиси жестко определился с своим пребыванием. Вот. Вопрос, будет ли Москва давить на Ереван? И в чем дело? Армения... Она уже давит, дело. Что давить, а почему не будет? Будет давить в рамках наличествующей у нее инструментария. Вот и все. Хорошо, по каким вопросам она будет давить? Да по каким вздумается. Я просто не могу понять, куда ты хочешь меня увести. Я видел твой пост о том, что если Грузия становится губернией, то остается альтернативный маршрут Азербайджан, Армения, Турция и дальше по всем этим Ванбел, Ванболт и так далее. Ну, я не понимаю, в чем дело. Это как-то все хорошее против всего плохого. Я институционально... На данном этапе у Москвы есть инструментарий даже в Турции, чтобы этого не случилось. Потому что, например, она может пообещать Эрдогану через Кабахидзе или напрямую Кабахидзе, в Анкаре или в Стамбуле, что мы не будем трогать наявных или присутствующих в регионе известных коммуникаций при Грузии, которые опустятся в проект Закавказ. Они не будут этого, что они взрывать начнут сразу, угрожать чуть что будут и так далее. Вот и все. Ну сколько это, блин, в Батуми с казахами договорятся, тут же Анакли еще построить надо, не забывай. Что быстрее? До того, как Анаклию построят, дергаться не будут по Анаклию. Вот, так пусть построят. Что этот, как это называется? Что быстрее будет, блин? Толпа бобров до Орска и Татарстана и Новороссийска будет прилетать, или Анаклия достроится. Мы этот момент не берем. Или в процессе постройки, ты же понимаешь, что вот опять же, Тбилиси тут где не оригинален. Но просто почему раздражает, потому что, ну, нельзя, как это, надо определяться, как в том анекдоте, кто ты. Вот. Почему раздражает? Потому что они четко сделали ставку продержаться, победить, законсервироваться до мая 2025 года. Работают по принципу лишь тот, кто только на ночь бреется, на что-то все-таки надеется. Значит, что произойдет в мае 2025 года? Поменяется администрация в Вашингтоне. Это настолько очевидно. В январе, Гела, я оговорился. Ляпнул май, не знаю почему. Наверное, потому что забыл 26 мая, 28 мая всех друзей, братьев на районе поздравить со всеми праздниками. На прошедшее. Грузию мы зацепили в воскресенье именно 26 числа, а 28 неделя состоит не только с пятницы, субботы и воскресенья, но и с вторника, в сред и так далее. Поэтому, пользуясь случаем, видите, как оговорка по Фрейду, вот поздравляю от души. Но, естественно, я говорю про январь, когда будет сформирована новая администрация в Белом доме. И тут опять же понятно, что один из сценариев рабочий. Приходит Трамп и говорит, что из-за всех этих подлых обамовских и не только демократических разрядок мы получили то, что имеем. Россия вместе с не знаю там с кем, имеет право на свою зону интересов, и я упрощенно говорю, Закавказье мы им прощаем. Все. Вот. Логика грузинской мечты тогда абсолютно получается победной, последовательной, без никаких прострелов ноги. Вот. Но они же, ну а что, блин, если нет? Вот.
Что если, например, не победит Трамп, а победит демократ? Не факт, что Байден. Если победит что? Трамп. Не-не-не, а что, например, если победит демократ, но не Трамп? А что, если победит Трамп, и, который сам не знает на данный момент, как он себя будет вести, а ему как, какие-то Goldman Sachs или Goldman Sachs придут и сразу же скажут, что, ребята, Южный Кавказ, Анаклия, это так же важно, как и Израиль, например, Иерусалим. Goldman Sachs и какие-то Ротшильды? Я, например, я утрирую. Кого-то в прошлый раз называл Фархад. Я уже забыл его. Это англосаксы. Вот республиканский deep state, который багром достает сейчас Трампа. Тут же уникальная ситуация. Впервые в истории мира и Соединенных Штатов Америки будет баллотироваться, если будет. Кандидат, который там на 34... Да, осужденный и так далее, и, ну, даже если его физиологически запрут в тюрьму, он оттуда может баллотироваться. Вот представь себе, те люди, которые его багром достают из тюрьмы и делают его президентом, говорят ему, что Южный Кавказ важен. И что тогда? И в каком состоянии будет Российская Федерация в 25-м году? Никто не знает. Вот просто никто не знает. Может быть, в логике грузинской мечты. А может, опять силы обороны Украины их подведут примерно как в феврале 22-го года. Марте, апреле и так далее. Что тогда? Вот. Но они определились. Они определились и для себя сожгли мосты. Вот. Значит, и все. По поводу компаний, я не помню, что сказал, как его назвал Фархад, крупная финансовая компания. Кстати, сегодня у Фархада Мамедова день рождения. Мы его от всей души поздравляем. И пишите в комментариях ему поздравления тоже. Я с утра выпил 2 бокала. Первый за Facebook, который напомнил, второй за Фархада, и соответствующее фото ему послал. Вот, а я еще не даст сорвать. А я еще не пил. Значит, но... Вопрос, а по поводу того, Goldman Sachs или Goldman Sachs, это не важно. У меня есть список компаний, которые придет к Трампу и скажет, что Южный Кавказ – это важно. И первое на этом месте – British Petroleum. Потом у меня, да, Model, да. Потом это Chevron. Хватит этого. Хватит. Раз. Самый главный попсовый момент. Ну, посмотрите, кто запустил этому... Правда, он съездил к Пончику зачем-то, но кто запустил линию повышения пошлины торговой войны с теми же китайцами? Вот. Кто? При Трампе это было сделано. При Трампе нам даже джавелины дали, благодаря которым мы сейчас можем отбиваться, если что, кстати. От российских танков можем отбиваться в ущельях этими джавелинами. Еще раз всем рекомендую Вахо Капанадзе, значит, видео по поводу грузинской армии, по поводу того, будет ли она сопротивляться и так далее. Чтобы не было лишних спекуляций по этому поводу. Хотя, еще раз говорю, никто этого толком ничего не знает. Но мы Армению как бы краем глаза зацепили. Тем не менее, там тоже протест, который, честно говоря, вот я тебе скажу свое мнение. Там протесты, которые носят чисто имитационный характер. Когда протесты курируются, замыкаются на Москву и так далее, сколь бы они ни были маргинальными, или протесты, или движения и так далее, это все равно угроза. Примеры я проводил много раз, это там не протест и так далее, когда после оккупации Крыма по решению Кремля волна вынесла там Аксенова, Константинова и так далее, которых при абсолютном пророссийском Викторе Федоровиче Януковиче, который, в свою очередь, был на прямом оперативном руководстве из Москвы, вот этих петрушек мы боялись ночью послать за пивом, потому что они бы провалили это важное задание. Вот, но их вынесло, понимаешь, и так далее. Поэтому, если вдруг у этих имитаторов что-то получится, Москва быстро им обеспечит ресурс. Быстро. Но я согласен с тем, что не играет Москва сейчас на этих святых отцов с нулевой суммой, либо они для нас, либо никого. Этого, конечно, нет.
всерьез описывать происходящее в Армении у меня не получается, потому что, опять же, по событиям этой недели, очень тяжелая катастрофа, стихийное бедствие по меркам Армении и, в принципе, региона произошла в районе Лори. Понимаете? Да. Я не устаю это повторять. В то время, когда неважно, что это Никол Пашинян, вся властная машина, включая премьер, лазит по пояс в воде, вот, на обезлюдивший по этому поводу митинг выходит святой Ебунарий, прошу прощения, вот, и заявляет следующее, что, уважаемые друзья, вот, мы, конечно же, расстроены тем, что происходит в Лори, но мы не могли не выйти на митинг, потому что мы пообещали своим московским братьям, что на него выйдем. И абсолютно не утрирую. И на чистом глазу он говорит, нас так мало здесь, потому что гонцы, которые ехали через Грузию, застряли в районе Лори. Понимаешь? В итоге, как можно к этому протесту относиться нормально? Вот он набрал уже гротескный форм. Когда человек на митинге этот же вот, выходит и говорит, что, уважаемые друзья, давайте почтим минутой молчания жертв в районе Лори, потом идет в караоке, у него спрашивают, так зачем ты выходил на митинг? Говорит, а мы не знали, что там жертвы есть. Это все вот я последовательно тебе говорю. Ну вот я не могу относиться к этому неэмоционально и всерьез шансы обсуждать. Если бы выборы проходили через неделю, это бы тусовка в полярном, в двуполярном, скажем так, политическом поле. Вот, она бы проиграла и любому оппоненту... Проиграла бы, может быть, но набрала Николу, бы... Николу Пашиняну о таком сопернике стоит лишь... как тебе сказать, мечта. Но выборы следующие, по-моему, в 26-м году. В 26-м году. Я не устаю повторять, что монолитность, понимаешь, в чем дело? У Никола Пашиняна вот на фоне этого протеста, пока он не задействовал козырь, по-моему, он уже выглядит разбазаренным. Потому что раньше против любого митинга на площади Франции реваншистов известных, которые все в тусовке этого Баграта сейчас блуждают, прямо поддерживают и так далее. Вот. Он всегда выводил свой митинг кратно больше. Сейчас он этого не делает, потому что, ну, может, это уже технологически сложнее создать, и настроения в обществе чума на оба ваши дома растут. Пока не так критично, как в Грузии, но там растут. И вот это угроза. А дальше все, стойкость, вертикаль подчиненности силового блока Никола Пашиняна. Просто надо выполнять закон. Вот. А с точки зрения гротескности, ну, послушай, мне кажется, уже в России другие крылья кабинета башни ржут над крылом кабинета башни, которое поддерживает этот церковный майдан. Там же дошло до того, что фрик Короченко вышел и сказал примерно следующее, говорит, Никол Пашиняна, я его не люблю. Никол Пашинян не любит меня. Но его поддерживают армяне. С ним надо иметь дело. А вот эти клоуны, непонятно что, тут ему прилетает по шапке, и он через 15 минут выходит с новым постом. Но вообще-то в Армении есть только один лидер, который мог бы все это расширить, углубить и вернуть нормальное русло. Это Артур Ванетян. Армянская аудитория поймет, о чем речь. Я думаю, не только армянская. Потомственный чекист не выколет глаз потомственному чекисту. И поинтересуйся, пожалуйста, у любого спектра, политического, публичного, какого угодно, как в Армении относятся к Артуру Ванетяну и почему. Вот. Но тут есть другой нюанс. Никол Пашинян на пике своего могущества и власти, это май, назовем его так, 18-го года, вот на пике могущества и власти, ничего не смог сделать, что на парашюте из Москвы ему на должность директора СГБ, службы госбезопасности, спустили, угадайте с трех раз кого, правильно, Артура Батьковича Ванетяна. Вот. Вот это надо понимать, вот Армения и вот как это, и поддержать Никола Пашиняна в его маневрах, имитациях и так далее. Потому что, опять же, действительно важное событие мы забыли, прошедшая неделя, отметилось тем, что был завершен весьма эффективно, конструктивно, и стоит только поаплодировать процесс делимитации, демаркации, установки столбиков на конкретно обозначенном в двухстороннем формате участке армяно-азербайджанской границы. Вот так. И на фоне всех этих петрушек-урясов к ним присоединились уже представители экскортниц, чем оскорбили
труд экскортниц и так далее к этому протесту и так далее. Все шатали Никола Пашиняна, но внешнего фронта со стороны Баку в поддержке этих клоунов не присутствовал. И это, на мой взгляд, вот очень такой показательный маркер и момент. Вот. Смело можно переходить к Ханкенди консульства. Нет, просто я хочу сказать, что, дорогие друзья, если кто-то из вас думает, что вот Никол Пашинян сидит и думает, а пойду-ка я на Запад. Или Иванишвили сидит и думает, а пойду-ка я в Россию. И, ну и так далее. А Алеев сидит и думает, а пойду-ка я в Анкару. Нет, все не так работает. Работает все то, что любая власть решает свои задачи, свои собственные. А ситуационно уже заполняет тем, что имеет. Вот у Армении была дыра в системе безопасности и дыра даже не столько в системе безопасности, сколько в системе восприятия себя как вот жертву, на которую в любой момент могут растерзать. Соответственно, значит, и было вот то, что было. Сейчас Иванишвили потребовалось зацементировать режим, это захотел он так. И у него ситуативно, у него выбора-то нет, у него выбор только туда. Ну и так далее. Ровно так же, как и у Алиева не было выбора, и да и не нужен был ему другой выбор, кроме как Анкара в свое время. Так вот, а что касается Ханкенди, я тебе скажу так, что генконсульство в Ханкенди – это одно. Но тут же еще и Толстой был, со своими опусами про Казахстан. То есть, зима будет долгой. Зима будет долгой, но все-таки, давай так, Карасин – это, как тебе сказать, более толстый карась в том аквариуме, чем Толстой. Вот, все-таки, как ни крути. Хотя ему сейчас грустно, потому что, ну, переволновался человек, формат разрушен, вот, на грузинском треке у него, когда Зураб Абашидзе оказался не только старым воином, но и мудрым воином. Вот, не покидает у меня стойкое впечатление, что он, не понимая, а зная, что надвигается, просто отошел в сторону, чтобы уже, ну, не портить себе биографию, некролог и так далее. Там, то, что он там на должности советника, по-моему, премьер-министра, ну, это мы все его советники сейчас. Поэтому внештатные. Вот. Поэтому Карасин загрустил, с одной стороны, то есть уже все это дело, как тебе сказать, проговорено в виде троллинга, подразнить и так далее на том треке, где может. Но, с другой стороны, правда жизни состоит в том, что там же Путин подсоединился и так далее. И то, что у меня нет никакого сомнения, что эти переговоры велись. Такие переговоры на уровне реализации идеи генконсульства в Ханкенди россиян, они велись. Не обязательно неделю-две назад, может, раньше. А почему он сейчас вспылил? Ну, может, потому что зима будет долгая и так далее и тому подобное. Вот. Может быть, поэтому. Только поэтому. Вот. Но тут же, опять же, вопрос хотела, игра на понижение. Понимаешь, вот как вот осень 2020 года, точнее, ноябрь. Вот. Как Москва организовывала свои хотелки? Сбитый вертолет Пуки над Хердоланом, взрывы над Хердоланом. Вот Шойгу садится на танк или в Ульяновске на военно-транспортный самолет и приезжает или прилетает тупо в Ханкенди. Вот. А благодаря силам обороны Украины сейчас хотелки Москвы сведены под разником или к троллингу Карасина. Вот такая динамика. Вот. Лучше всего на дразнилки вот, Карасина ответила, на мой взгляд, в целом азербайджанское общество. Вот этот трек мне очень напомнил 19-й год, когда было не Карасиным, а через Мили Меджлиз, главу комитета, была запущена общественная дискуссия о вступлении Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ. Смотрим опять на понижение. 19-й год, какие общественные дискуссии, и 24-й, вот, на понижение. Тогда дальше пошли, тогда коллективный Хагын отработал тему конференций международных,
были сняты залы в условных хаят, приехали пожиратели кебабов и водки из Российской Федерации, фрики разного калибра и так далее. Все это дело было заснято, прогнано, деньги потрачены, собаки загавкали, но вывод состоял в том, что ну пока не на часе, пока это для вот Баку не актуально. И примерно, я думаю, тем же самым это закончится и с консульством. Сегодняшний именинник Фархад четко в своем посту описал: на понижение хотелки Москвы, хотим мандат, поможем, чем сможем, хотим общину, поможем, чем сможем. Сейчас хотим консульство в Ханкенди. Вот я единственное не понимаю, меня надо раньше запускать, чтобы я им помог, а не мне. Вот. Ну, в воскресенье так уж получилось. Когда аксакалы калибра Эльдара Намазова или Тофика Зульфугарова начинают проводить ликбез, раздел дипломатия, консульство. И начинают объяснять, чему должно соответствовать консульство X в стране Y или Z. Но в этом случае, ну зачем это делать? Это театр абсурда, когда там нет российских. Это то, что нужно знать просто. Нужно знать. Ну оно, ну там, жалко, нельзя у Мавсуна без роялти забрать название. Там же все упирается в нахиба. Любые доводы посыла Карасина, они все упираются в нахиба Казебая. Вообще нет. Нет. Да, как нет? Ну, во-первых, посыл Карасина запустил молчаливую самоперепись ваты. Вопроса вот, нахиба вообще нет. Вот. Все ясно зачем. Не ясно. Людям не ясно. Людям да, это зачем? И целый спектр объяснений идет от того, чтобы либо дополнить, либо сбить консульство турков в Шуше. Вот. Было же разговоры? Было. И тут опять же это не работает. Что это за разговоры? Это перед кем вы ставите знак равенства? Консульство Турции, где бы то ни было, в Азербайджане, включая Карабахскую экономическую зону, этот, я помогу всем остальным. Этот вопрос естественный. Две страны, одно отечество и далее по списку. Это вопрос естественности и природности союзнических отношений между Баку и Анкарой, а не по принуждению Москвы после известного подписания союзнической декларации между Москвой и Баку, где Баку вынужден вилять, баражировать и так далее. Не проводите, не заводите себя в глухие кут, как говорится, не ставьте равенство там, где его нет. На поверхности вот эти абсурды говорят, да, говорят, россиян нет вообще, нет россиян с двойным гражданством. Варданян даже в тюрьме, но перед этим сдал российское гражданство, которое может там бизнес и недвижимости и так далее. Вот. Яйца можно было бы натирать коню Дениса Давыдова, но Геловасадзе говорит, что там просто бюст, некому там натирать и так далее. Вот. Степана Шаумяна сняли, по-моему, в Ханкенди уже, я думаю. Вот. Ну кого? В чем дело? А ты же гражданином Российской Федерации? Ну, да какая разница? А может, с двойным, как минимум, там же это. Вот. Понимаешь, и так далее. И тут, как бы, Турция так убивается, понимаешь, в чем дело, дискуссия какая? Была здравая дискуссия, что никто не ставил под сомнение, зачем турецкое консульство после ухода Сагдама в Шуше. Но нормальные люди говорят, зачем в принципе в Шушу превращать по аналогии с Капаном, когда уже в Капане в Армении зданий не хватает. Иранцы, россияне, французы, хотя по логике развития событий, если бы уже решать вопрос каких-то имущественных споров, оставленных имущественных споров в Ханкенди, в Карабахе и вокруг, то речь идет к тому, что да, это будет 154-й вопрос мирного урегулирования. Почему бы в двухстороннем с армянами этот вопрос не решать? Вот где главный вопрос, который остается под водой. А консульство, ну, вот нахибака не баян. Как-то это так выглядит. Я просто почему вспомнил про Толстого? Вроде бы Толстой тут при чем? А Толстой тут очень при чем? Я думаю, что сейчас... Ты все, как это, Лев Толстой? Или правнук? И даже не Алексей. Так вот... Все, о чем мы сейчас говорили, это формирующие операции Российской Федерации по созданию уже долгосрочно устойчивой экосистемы в период,
долгой войны. Все. Точно. Правильно. Но по концу... От Толстого до Карасина, события в Тбилиси. Хотя с Багратом там не все так однозначно, это другое. Но все-таки Багратом, значит, Анаклий и так далее. Сохранение китайского транзита на себя, китайский транзит на себя, индийский транзит через себя, и вообще все прекрасно выглядит. Нет, так тут вопрос, я уж ладно, о личном. Вот Карасина, если бы не было с таким посылом, его бы стоило бы придумать. Думали, потому что он, вот он простреливает ногу. Вот как отреагировало общество? Молчаливая самоперепись ваты – это самое главное достижение. Заметь, все засели. Наслись индивидуумы или индивидуалы, которые для себя решили, что этот вопрос уже решенный, прибежали в Фейсбуке с посылами о том, что «а что же в этом плохого?» Сразу получили тачку вот, в спину дротиков и быстро убежали. То есть общество реагирует, все кластеры и так далее. Вот. Достаточно адекватно и понятно. А те, кто считает, что авторитарный режим Ильхама Алиева в нынешних условиях не реагирует совсем на настроение общества, ну, тут скорее... больше, чем нам кажется. Чем Армении и Грузии. Чем нам кажется, да. Ну что, большое спасибо, Володь, за очень интересную беседу. Надеюсь, что все поняли. Тут кто не понял... И слава Богу. Смотрите передачи, читайте материалы и так далее. Ну, а вам, дорогие зрители, всего доброго и до новых встреч. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава, до новых встреч. Спасибо, что терпите.